Здравствуйте. Как вам новые цены на проезд? Хорошо. Хорошо? Конечно. Каждый год повышают. У нас сколько это держится? 20. Он в Новосибирске, в Хабаровске 25. Все прекрасно. А я даже не понял. На Урале 27. Хоть как-то на плаву остаться, да. Чтобы как-то выжить. Автобусы поддержать в техническом состоянии. Да. Как раз на этот рубль и повысим. Редко езжу, но, по-моему, ничего лучше не стало. Автобусы старые, ужасные, порой не мытые. Я не вижу улучшений никаких. Вот в прошлом году также аналогично повышали на рубль. Заметили вы какое-то улучшение, ухудшение качества обслуживания? Ничего не изменилось. Как были холодные, так и есть. Я считаю, да, оправданно и даже маловато. Вы знаете, в какой-то момент перестала играть музыка водителя, это меня очень радует. Я помню транспорт в Хабаровске, я всегда в нем мерзла, и здесь в любом случае почему-то комфортнее, мне кажется. В принципе, справляются, да. Справляются, мне кажется, да. Как вы думаете, улучшится ли качество обслуживания? Как, например, в прошлом году тоже повышали на 1 рубль, что-нибудь изменилось? Нет, только больше мелочи появится в карманах. Я считаю, что это еще мало. 25 вот самое то. Вполне оправданно, я считаю, потому что нефть дорожает, бензин дорожает и, ну, вообще топливо в целом. Ну, а как бы экономику поднимать нужно за счет кого? За счет людей. Да, что касается обслуживания и социального фактора, то вообще никак не оправданно, я считаю, потому что автобусы все поломанные, все грязные. Я даже не знаю, их, мне кажется, никогда не починят. Ну, лучше, конечно, чтобы округлили до 20 или до 30 уже тогда, чтобы было удобно. До 30? Ну, да, конечно. Я на зарплате, муниципальный автобус, у меня все равно такой проезд. Просто так лучше, потому что это, ну, мозги тренирую, считать другие, а так все отлично. Проезд ничего не могу сказать. Нас пока по старинке сняли. А вот качество автобусов к такому человеку не готово. У каждого водителя есть свой график стоянки на остановке, поэтому как бы... Торопят, да, лишний раз? Да, торопят очень сильно, и водителю зачастую все равно остается. Ну, 21 неудобно, что сдачи будут давать, там, 9 рублей. Все так же осталось, все вот эти старые автобусы, которые ломаются. Да, надеюсь, что перееду в другой город жить или в другую страну.